Какого черта? Какого черта? Когда я планировал турнир «Абсолютное безумие», все должно было пройти гладко. Это должен был быть просто турнир для 8 рестлеров. Но что в итоге? Постоянные вмешательства отморозков, какие-то замашки Рэя, судейские ошибки. Когда хочешь что-то сделать, это нужно сделать самому. И именно поэтому я вынес решение, по которому победитель первого полуфинала Анатолий Мороз сойдется в бою сразу с двумя полуфиналистами, которые так и не закончили свой матч. Это Иван Марков, Локомотив, и Ди Гранди. Все вместе это означает, что в финале турнира «Абсолютное безумие» у нас будет матч тройной угрозы. Анатолий Мороз против Ивана Маркова, Локомотива, против Ди Гранди. И победитель становится первым претендентом на титул чемпиона NSW.